Привет, мои дорогие подписчики и подписчики тоже. Вы не поверите, но у нас возрождение проекта W124E500. Я думаю, что многие из вас помнят, как полтора года назад мы купили вот этого вот волчка в Питере за 800 тысяч рублей. Изначально хотел его разбирать, а потом все-таки мы решили его восстановить, поскольку это легенда, которой приложили руку инженеры Porsche. И это действительно легендарная машина. То есть можно сколько угодно спорить на тему того, говно это тачка или не говно, но в те времена это был прорыв, и машин действительно редко. Их выпущено очень мало, и стоят они во всем мире действительно дорого. Но найти живую машину, друзья, вот фактически невозможно. Ну и за последний год я посмотрел порядка десятка автомобилей, друзья, и все машины, ну вот реально, даже за 5 миллионов машины, все в шпакле, все крашеные, непонятно как собранные. В общем, я понял, что нормального, чистого, ровного волчка, ну его просто не найти. Хотя я очень хотел проект по факту закончить. Я стал думать вообще, что мне делать, поскольку, вот, посмотрите на наш кузов. Вот, посмотрите. То есть кузову откровенно жопа, он весь мятый, 10 разбитый, он очень плохо сделан. То есть у нас какие-то дурацкие сварные швы, все кривое. И ну, я тупо принял решение, что этот кузов восстанавливать смысла нет. Плюс ко всему еще вылезло, что на машине запреты на регистрационные действия, и все вложенные в нее деньги по факту это, знаете, как это, слитые в трубу. Ну а сейчас посмотрим кузов, который мы приобрели. Примерно полгода назад мне пишет мой подписчик, говорит: слушай, Макс, у меня есть волчок с нормальным кузовом, недособранный. Я сначала скептически к этому отнесся, думаю, блин, мне уже столько всего скидывали, блин, ну просто какая-то бредятина, еще половина людей пытаются обмануть, рассказать, какие они, блин, замечательные, и все в этом духе. Но я думаю, ладно, кидай. И человек скидывает мне фото и видео, и я реально не верю в то, что я вижу, поскольку у машины в пороге... Там передняя часть не тронутая, передняя часть кузова не тронутая. А еще главное, что у нее задняя часть кузова, ниша под запаску, ниша под аккумулятор тоже не тронутая. И я такой думаю, блин, ну не может этого быть. А в общем, примерно полгода мы вели переговоры. Я в выпусках своих рассказывал о том, что мы должны купить другую машину, она должна к нам приехать. И, собственно говоря, друзья, она к нам приехала. Это редкий 124 590 первого года выпуска, фиолетового цвета, скажем так, в хорошей комплектации, поскольку у них комплектации сильно отличались в те года, и у нашей машины электролегулировка руля, оба сиденья с памятью, автоматический климат-контроль, ну и люк, и еще всякие мелочи, которые в этом автомобиле присутствуют. Ну и главное, друзья, главное, что у него абсолютно живой кузов, и машина, друзья, никогда не билось. К нам уже сейчас подходили ребята из малярки и говорят: блин, офигеть, говорит, тут идешь по машине и видишь, что она ровная, то есть нет перекосов, ровные задоры. Блять! Ну, в общем, единственный косяк в этом автомобиле, который мы нашли по кузову, это вот он слегка бился в переднюю правую часть. Тут вот видно, что его... Хотя, может быть, это даже не тянули, но, в общем, вот эта часть немного ремонтировалась. Во всем остальном это оригинальный волчок 91 года. Номер двигателя соответствует ВИНу, комплектация соответствует ВИНу, цвет соответствует ВИНу. И еще здесь из приколов пластиковые передние крылья. Это... довольно редкая опция, они шли на Limited и на E60. И встретить эти крылья, ну, в продаже вообще я ни разу не видел. Вот. В общем, эти крылья можно сейчас снять и продать за хорошие деньги, потому что на них, скажем так, есть спрос. Кузова в таком состоянии я реально не видел. Я посмотрел огромное количество волков за эти несколько лет, и машины-то, я говорю, стоимостью 5 миллионов рублей, переезжаешь смотреть машину, она... плохо сделано, пробиваешь ее прибором, на задних крыльях просто, ну, как правило, даже не бьется. Вот здесь у них везде все гнилое, сварки, вот здесь все гнилое, завалено шпаклевками. У этой машины этого нет, и это круто. Единственный там недостаток этой машины в том, что она 91 года,
а переделана она под рестайлинг. Но так как у нас есть старый кузов, на который были куплены, ну, почти все запчасти, то у нас есть отличный дорестайлинговый капот, который, ну, в нержавом состоянии найти довольно сложно. У нас есть дорестайловая крышка багажника, которая тоже в очень приличном состоянии. У нас есть офигенные редкие вот такие вот колесные диски, которые я также отреставрировал, на которых будут значки Porsche. Также у нас есть салон, торпеда, печка, ковролин. Ну, в общем, фактически все для того, чтобы собрать нормальную машину. Ну и в верхнем гараже у нас еще лежит куча новых запчастей. Друзья, я вам хочу рассказать о компании Autodesk, которая уже более 10 лет занимается привозом автомобилей из США, Европы, из Объединенных Арабских Эмиратов в любые страны СНГ. Главное их достоинство – это качественный сервис, постоянная поддержка менеджеров и личная проверка авто на аукционах. У них вы можете выбрать из широкого спектра услуг то, что вам нужно. Лизинг, подменное авто, авиадоставка за 2 недели. Оплата за автомобиль из Европы с 10% предоплатой. Остальное – при получении и многое другое. И сейчас Autodesk запускает обучающий курс по тому, как привезти самостоятельно автомобиль из США, Европы, ну или Арабских Эмиратов. Ребята поделятся своими знаниями, расскажут обо всех этапах подготовки, аукционах, логистике, необходимых документах. Помимо этого, они предлагают тариф, в котором при поддержке кураторов и экспертов курса вы сможете открыть полноценный бизнес, найти первых клиентов, развить социальные сети, настроить рекламу и стать экспертами в этой стремительно набирающей популярность нише. Так что, друзья, переходите на сайт, чтобы знакомиться со всей информацией по программе курса. А также заказывайте авто через их основной сайт. Ну а всю информацию найдете в описании к этому ролику. Ну а новых запчастей мы купили действительно немало. У нас куплены абсолютно новые оригинальные передние фары Hella от дорестайлингового кузова, потому что рестайлинг еще был в продаже, бушка, но до реста вообще не было. Эти фары я довольно долго искал, но нашел их в Краснодаре. И большое спасибо Андрею за то, что, собственно говоря, мне их подогнал. Также мы купили фактически всю новую подвеску. То есть у нас новые передние рычаги, новые задние рычаги. У нас новые щитки тормозных дисков. Мы полностью перебрали, отреставрировали задние привода. Отпесочили, покрасили пружины. Купили абсолютно все тяги, крепления, карданы и так далее. Ну, то есть, чтобы машину собрать новые по подвеске, то есть у нас реально все сделано. Бампера нам также пришлось покупать другие, поскольку наши были вообще все уничтожены. И я нашел бэушный бампер в Motor City, который, ну вот видите, он в целом целый. Были небольшие ремонты, которые нам тоже придется устранить, но ничего критичного. Я думаю, что ребята в Авторитейл М с этим справятся. Ну и надо будет отреставрировать вот этот хром, ну или скорее всего надо будет найти другой, ну, в более хорошем состоянии. Но, как вы понимаете, все это найти и купить, ну, было весьма непросто, и стоило это все, ну, абсолютно конских денег. Так же, как и вот этот двигатель, который, ну, вот, просто 119-й мотор, но на волчке стоит свой 119-й мотор, у нас он 119-974, его мы также купили бэушный и полностью перебрали, то есть купили новые вкладыши, поставили новые гильзы, перебрали головки, то есть, ну, вот, здесь порядка 300 тысяч рублей вложено, и этот мотор, вот, лежит. Вот, ну, вот просто лежит. И меня, честно говоря, обливало сердце кровью, думая о том, сколько, ну, мы потратили времени и сил на восстановление этого волчка, и проект канул в лету. Ну, за этот год у нас были не только неудачи, у нас были удачи. Нам удалось установить редчайший Porsche 911-996 в тюнинге Гимбала, который мы еще нашли фактически на помойке, и машина выглядела ужасно, в ней там жила собака, это просто был какой-то ужас. Но нам удалось ее полностью перекрасить, перебрать тормоза, купить новые покрышки, перебрать частичный двигатель, полностью перешить салон, отреставрировать переднюю оптику, купить задние новые фонари. Ну и, в общем, сделать все для того, чтобы эта машина была красивой, чтобы она спокойно ездила. Но я хочу вам напомнить, что вот эта вот красавица может стать вашей. Вам нужно просто перейти по ссылке и купить наклейку. И мы разыграем дополнительные призы. Сейчас это будет iPhone 14, ну либо 50 тысяч рублей и 2 моих футболки. Поэтому, друзья, если вы хотите поддержать мой канал и получить возможность выиграть, ну, действительно редкую красивую машину, переходите по ссылочке, покупайте наклейки. Но если по какой-то причине вам тачка будет не нужна, мы вам поможем ее продать, и вы просто получите деньги. Ну, в общем, все эти запчасти были куплены не зря, и они пригодятся для того, чтобы нам собрать действительно достойного волка, поскольку у нас есть
новое купленное еще заднее стекло, которое вот с мелкими полосочками, которое сейчас стоит там от 100 тысяч рублей. У нас есть лобовое стекло, у нас есть другой салон, поскольку этот салон, ну, я, конечно, ничего не говорю о вкусах, но здесь он пошит в синий цвет, здесь кожаная торпеда, которая, вот, видите, вся вздулась. Ну, в общем, видно, что машиной пытались заниматься, из нее хотели собрать клевую тачку, но человек, у которого она была, просто устал. И я его прекрасно понимаю, поскольку у меня, ну, много машин, и я, когда их собираю сам и ищу вот эти тысячи деталей и складываю все эти пазлы для того, чтобы что-то получилось, это действительно сводит с ума. А у человека это тоже не одна машина. Решил, так сказать, и помочь мне, и освободить свою голову от еще одной тачки. Ну, в общем, все складывается очень неплохо. То есть все те запчасти, которые у нас куплены, они в целом перейдут на этот автомобиль, и у нас, по идее, получится собрать живой, не гнилой, правильно восстановленный 124 500, который, по идее, когда он будет собран, может стоить и 6, и 7, и даже 8 миллионов рублей. Я больше чем уверен, что за хорошую машину такие деньги заплатят. Ну а сейчас, прежде чем идти дальше, давайте его поднимем и посмотрим, как он выглядит снизу. Ну вот, как я уже говорил, видите, снизу, то есть ниша под запаску, ну то есть она не вареная, нет заплаток. Вот тут даже вот, если снять родной герметоз, ну вот тут металл, хороший металл, так же как здесь, так же как здесь. Это вообще проблемная часть, потому что на нашем автомобиле, во-первых, я не смог это купить ни бэушное, ни новое, нам делал ее на заказ молодой мастер, мы за вот эти две детали отдали 120 тысяч рублей. Он реально красавчик, круто постарался, но ничего лучше оригинала, сами понимаете, нету. Дальше по низу, то есть абсолютно все там ребра, которые должны быть по полу, они присутствуют. То есть если бы тут были заплатки или какие-то швы, это было бы видно, и они были бы все замазаны герметиком. Здесь, ну, явно, что это уже обрабатывали и чистили, но все выглядит, то есть, знаете, не толстым слоем, когда вот заваливают каким-то вот таким герметосом, либо антикором, чтобы было непонятно там, что под этим, ну, лежит, то есть дырки, ржавчины и так далее. То есть здесь внешне все выглядит очень прилично. Безусловно, здесь нужно будет заниматься выхлопной системой, поскольку здесь вот что-то вырезано, какие-то пламегасители стоят, ну, то есть я думаю, что придется всю трассу от мотора до конца делать новую. Нужно будет менять и перебирать, я думаю, что подвеску, хотя здесь стоят, не знаю, может быть, это свежепокрашенные, но, в общем, рычаги выглядят очень живыми, пружины тоже вот синенькие. Ну, в общем, здесь все выглядит реально неплохо, но поскольку у нас лежат всякие новые детали, вот это новое, вот это новое, вот это новое, то я думаю, что мы это поменяем, чтобы машину максимально обновить. Так же, как там и колесные диски, которые здесь вот родные, 15-е, волковские, у нас будут стоять 18-е красивые. Вот передние тормоза здесь стоят, мне кажется, от 220-го Мерседеса со скобой. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, в общем, их также надо будет снять, перебрать и покрасить там в родной красный, либо в родной черный цвет и, соответственно, поставить на этот автомобиль. Друзья, несмотря на то, что это автомобиль действительно ровный, не гнилой и у него хороший кузов, но покрашен, к большому сожалению, он, ну, действительно не очень идеально. То есть, по-хорошему, его нужно перекрасить. Но опять же, поскольку здесь все плоскости ровные, зазоры все ровные, то покрасить его получится довольно быстро. Но еще огромным плюсом является то, что мы находимся в авторе ТЛМ, где вот у меня скоро будет свой подъемник, и где ребята смогут машину сделать, ну, очень быстро. То есть я думаю, что полный перекрас у нас займет 2, ну, максимум 3 недели, поскольку мне еще нужно довести бампера и листву, которую также нужно будет немного починить и, соответственно, правильно выкрасить, чтобы на этот автомобиль все встало идеально. Ну а по окончании малярных работ мы уже приступим к сборке этого автомобиля. И, друзья, прямо сейчас я объявляю набор механика. Может быть, вот ты станешь моим механиком. Единственное, что мне нужен человек, который действительно разбирается в 124-х Mercedes, чтобы у нас эта машина, знаете, собиралась вот четко по плану. У механика будет свой подъемник, будет свой инструмент и достойная зарплата. Поэтому, если вдруг ты разбираешься вот в этих стареньких Мерседесах и знаешь, как, где что должно лежать, где какой должен стоять болтик, я буду тебе очень признателен, если ты вот напишешь нам на почту
приедешь к нам на собеседование. Потому что, как видите, сервис тут классный, светло, сухо, тепло. Так, очень хорошие условия работы и классный персонал. В общем, по времени покраска, я думаю, что займет у нас около 3 недель. Ну и дальше, пока будет краситься кузов и доделываться бампера и пороги, я хочу перешить салон, найти все те мелочи, которые у нас лежат, собственно говоря, по гаражам, привезти их сюда, начать их отмывать, чистить, и уже там через 3 недели мы сможем приступить к сборке этого автомобиля. То есть установки фар, поворотников, подкрылков, правильной сборки салона, установлению шумоизоляции, ну и еще много-много-много всяких мелочей, которые на этом автомобиле придется сделать. Даже я думаю, что кое-какие запчасти нам придется заказывать. Ну, в общем, план такой. Максимально быстро и круто сделать этот автомобиль. Надеюсь, что следующий эпизод, который выйдет про этого волчка, уже будет финальный, где мы сможем вам показать полностью собранную, красивую машину. Ну и даже на ней джигануть. Ну а если вы смотрите это видео, значит, мы уже вовсю над ней работаем. Друзья, у меня для вас есть отличная новость, что выходные не заканчиваются. И 13-14 мая пройдет автофестиваль на Гребном канале. И, друзья, это будет по-настоящему уникальное мероприятие, поскольку это будет не просто выставка уникальных автомобилей, хотя там действительно будет порядка 300 редких, необычных машин из разных эпох, там будет военная техника, но помимо этого там пройдут соревнования на воде, это гонки Формулы 2, вейксерф, вейкборд, там будет лазерное шоу, будут диджеи. И помимо всего прочего, один из тех, кто покупает билеты на это мероприятие по ссылке в описании, получит возможность выиграть ГАЗ-24, полностью отреставрированный автомобиль, который красного цвета и на красном салоне. Так что, друзья, переходите по ссылке, покупайте билеты, приезжайте со всей семьей, будет действительно круто и необычно. Ребята мне обещали лично, что такого уровня мероприятий в России еще не было. Спасибо, что смотрите мой канал, надеюсь, этот видос вам зашел, надеюсь, что вам так же радостно, как и мне, что нам удается двигаться вперед, и мы проект с волчком все-таки закончим. И, друзья, если вдруг вы не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, вам это абсолютно ничего не будет стоить, а для нас это стимул развиваться и делать интересные проекты. Все, друзья, до новых встреч, пока!